Брюссель объявил войну транснациональным корпорациям. Еврокомиссия представила план борьбы с лазейками, благодаря которым многие международные компании снижают налоги на прибыль в Европе. Так предлагается запретить самую известную схему. Компания открывает главный офис в стране ЕС с самой низкой ставкой налога на прибыль и переводит туда доходы всех остальных европейских филиалов. По словам комиссара ЕС по экономической политике Пьера Московиси, мы ежегодно теряем от 50 до 70 миллиардов евро из-за такого рода налоговых уклонений. Предлагаемые нами меры позволят гарантировать, что мультинациональные корпорации будут платить налоги по тем же правилам, что и другие компании, работающие в Евросоюзе. Теперь проект обсудят на уровне европейских стран. Между тем, глобальные бренды, например, Google, которые до недавнего времени оптимизировали свои налоги в ЕС, в последнее время начали заключать соглашения с фискальными органами европейских стран.